Даша Королева строит из себя принцессу, а на самом деле развратная женщина. То юбки, то ноги задирает. Говорят, у нее даже интимные связи с женщиной бывают. Неужели это правда? Ну как можно судить о человеке, когда ты его близко не знаешь? Развратный он, неразвратный, хороший он, плохой. Не хочу еще раз никого переубеждать, пусть каждый считает, как он считает нужным. Для кого-то, может, я развратная, для кого-то, наоборот, очень положительная. Пусть все останутся при своем.